нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, она вся напичкана, пока не пойму чем. С всех сторон торчит. Хорошо. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Нам нужно дать ему какие-то потоки? Нет. Хорошо. Берем Алистерса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Алистерса поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Мы на месте. Мы приветствуем Алистерса. Он идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистку Алистерса. Мама разрешает, он кашляет. Хорошо. Что у нас там? Посмотри, пожалуйста, что надо снять. Ну, это, видимо, конструкция такая, она в разные стороны торчит. Дай команду, там видно. Хорошо, скэнер. Я даю тебе команду. Просканируй сейчас Алистерса. Отключи эту конструкцию полностью до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Выведи ее из биополя, и как она выйдет, сила моего намерения, эта конструкция отправляется в клетку-тюрьму вместе с сопутствующими энергиями. У него крылья еще, не пойму, его или нет. Конструкция вышла, крылья остались. Хорошо, сканер, просканируй эти крылья, если это подключка, отключи ее полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами выведи из биополя. Это его крылья, он показал. Его крылья. Хорошо, отлично. Хорошо, значит, твои крылья. Больше ничего нет? Я думаю, что он выше, чем ангел. Я даю команду на 3. Скэнер сканирует пространство над головой Алистерса, под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Алистерса, находит все. Выстраивай канал от этой конструкции и притягивай всех сущностей, которые с ней связаны. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Ну, здесь ящер, гуманоид, понятно, стоят. И в ногах у него. Что там? Бес. Бес. Да. Хорошо. 3 канала? Да. 3 канала и конструкция. У него 2 канала, а ящер притянулся к гуманоиду и конструкции. Значит, конструкция гуманоида? Да. Ах, вот как. А ящер у нас, значит, практически является тот, кто ее установил. Считается... Ящер-заказчик, гуманоид установил. Ящер-заказчик. Считаю этого заказчика цифры над головой у ящера. 802. Откуда гуманоид? Не беру. И что вы здесь делаете оба? Мешаем этой душе развиться. Нам невыгодно на земле такие души. Нам? Кому нам? Да нам, нашим цивилизациям. И вы так пришли, значит, с таким намерением, серьезным. И какая цель? Заранее, пока вырос. Ну, пока вырос, но все-таки нашел нас. А за нас вы подумали? Не стояло нигде в ваших планах, что такие есть, которые могут вам перечеркнуть все ваши планы. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо, ящер с гуманоидом. Я вам показываю то, что каждый из вас сегодня получит в конце этого сеанса. Это вам от нашей цивилизации. Все справедливо. Представляю ваше удивление. Идем дальше. Считай цифры у беса над головой, убирая шар живой плазмы, входит в меня. 8. 8-герцовый. Сколько ты находился в этом биополе? 3 месяца. 3 месяца. Зашел, выйти не могу. Понятно, что в квартире чищена, поэтому не можешь. Сколько находился ящер с этой конструкцией вместе с гуманоидом? Пошла информация. Информация идет 4 года. Они потихоньку подстраивали ее. Ребенку всего 6 лет. Это значит, вы в 2-летнем возрасте поставили ему эту конструкцию. Даже младше. Даже младше. То есть у вас разницы никакой нет? Какого возраста, вернее, ребенок? Нет, они преграждали дорогу. Ну хорошо, значит мы сегодня преградим им дорогу, я считаю, это будет справедливо и правильно. А еще, может быть, даже спрошу Алистерса, не захочет ли он что-нибудь добавить от себя. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Алистерса спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, получить от них, возвращается к ним и усилию потоки в 50 раз. Скэнер, пока идет реверс, просканирую полноту души Алистерса. Он борется за душу, у него 100%. Хорошо. Мы поможем ему в этой борьбе. Ну так что, гуманоид с ящером, вы поняли ваши перспективы на сегодняшнюю встречу? И для ваших цивилизаций. Таким образом, привет. Обычно вы такие разговорчивые, я не пойму. Чего молчите? Здесь происходит что-то. А в общем, они оказались в нашей комнате на равных с ним. У него очень яркий свет. Он или высокого уровня ангел, или архангел. Потому что учитель у него архангел. И они стоят и молчат. Ну, то есть они оказались сейчас лицом к лицу с миром ангелов, грубо говоря. Они желали этой встречи. Они жаждали этой встречи. Вот она и пришла. Но я не уверен, что они из этой встречи выйдут на своих ногах. Они не ожидали это, пока душа на земле. Что может случиться так, что они предстанут перед судом ангелов. Вот так они говорят. Я думаю, это даже лучше живой плазмы. Так хоть чему-то научитесь. Реверс закончился. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Алистер забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. И, забирая из этой конструкции, находится на чистоте Алистерса, по праву забираем назад. Посмотри, что из конструкции идет. Человеческие энергии идут, и силы физические. Энергии идут. Хорошо. То есть он отдавал все, кроме души. Готово. Хорошо, бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Он не пойдет. Почему? Энергия его задавит. А, вот как. Хорошо. В комнате. Хорошо. Где находятся твои подключки? Он в ногах. Дай команду скэнер, просканируй в ногах все на чистоте беса. 1, 2, 3. Отключи это все, выведи из биополя. Все это выходит, зависает вместе с сопутствующими энергиями, они тоже выходят. Он в ногах путался, так он говорит. Он между ног ходил и там закручивал его. Да, бес, ты тоже попал в компанию веселую сегодня. Сканер вывелся. Открывай воронку в галактическое ядро. И все, что бес установил, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас Алистерса на подключки на частотах ящера и гуманоида. Если еще что-то осталось. 1, 2, 3. Пошло сканирование. Если что находишь, выводи сразу из биополя. Остаточная энергия сжигай на месте. У него есть сердечная чакра. Вот. Она как в колбе какой-то. Они заключили ее. Душу, видимо, посадили. Мне уже прямо сейчас хочется эту живую плазму достать. Хорошо. Выходит эта колба. Открываем ее. Душа возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Готово. Я вот думаю, эту колбу сейчас. Кому из вас, чью душу заселить в эту колбу? Ящера или гуманоида? Чтобы вы прочувствовали, как это. Они не будут говорить. Открывая воронку в галактическое ядро, эта колба уже без энергии уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Скэнер, контрольная проверка. Просто когда колба ушла, из него такой свет полился. Отлично. Чистый. Мы своих не даем в обиду. Даю команду на рассинхронизацию Алистерса с конструкцией, ящером, гуманоидом, бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Проверку мы уже сделали. Подхожу к Алистерсу, помогаю моей энергии. А хотя он сам может уже. Можешь отстегнуть канал Алистерс? Да, он может. Отлично. Давай, я посчитаю до 3. И на счет 3 ты отстегнешь каналы. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, отстегивается. Получилось? Да. Молодец. Открывается воронка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, бес. Я полагаю, ты больше всех хочешь уйти отсюда? Очень хочет. Хорошо, ты понимаешь, что к этой душе больше подходить даже не стоит и в мыслях. Смертельно опасно. Все верно. Хорошо, открывай внизу воронку. На чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь 2 паразита. Ящер с гуманоидом. Ангельская душа. Установили конструкцию в 2-летнем возрасте, сейчас ребенку 6. пытались в колбу заключили его душу, пытались его выключить на этом этапе, чтобы он не представил опасности для их цивилизации. В какой-то момент они поняли, что им придется предстать перед судом, и поникли головой. Я не знаю, как им поднять настроение, но, скорее всего, не получится. Лакомый кусочек хотели отхватить и попали сами. Бывает. Забираем обоих. Я и говорю, закон кармы – это такая вещь, которая работает в обе стороны. Отлично. Конструкцию уничтожать? Уничтожай. Открывая под конструкцию воронку в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие, если таковой силе было, оно проявляется. Чисто. Переходим на частоту неупокойные бесплотные души. Знаешь, когда магическое, ты сказал, проявился образ ящера, там какая-то космическая, видимо, была в этой конструкции. Но ее нет уже. Космическая магия, да? Да. Таким образом они поставили эту конструкцию. А нам что космическое, что не космическое. Без разницы. Поехали дальше. Переходим на чистоту. Переходим сразу без манифеста. Ему тоже рано. К закачке энергии и подъему вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Алистерсу и какая частая вибрация будет ему комфортно. 218. 218. Отлично. На 4 макушку головы Алистерса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 200% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняют, усиливают. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Дать ему какие-то дополнительные потоки? Нет, ему идет все, что нужно. Хорошо. Он может сам управлять ими. И он родился там, где ему нужно родиться. Он должен быть там. Хорошо. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Процессы активации, идентификации души, я думаю, здесь не нужен, потому что он уже проявил себя, да? Он проявил себя, он с уровня Архангеля, но имя идет Илья. Илья. Илья или Илья? Идет первой буквой Ил. А дальше? Илья. Илья. Хорошо. Тогда идем дальше. Переходим к защите. Пошел процесс. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алистерс. Как ты себя чувствуешь после того, как все убрали? Поблагодарить вас хочу за зачистку. Во благо. Свою. Во благо. Дальше. Мама должна защищать, но я думаю, ты в состоянии со временем будешь сам это все делать. Береги свои энергии, выставляй защиты. Мы трудно сейчас... ему в этом маленьком теле. Согласен. Согласен. Оно вырастет скоро. У тебя сейчас начнется самый интересный период жизни. У тебя будет много всего. Важно, чтобы ты оставался самим собой в этой жизни. Хорошо. Будем возвращать сейчас назад Алистерса. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Алистерса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.